Маленькие гимназисты прикоснулись к прекрасному. Сегодня в Ленинском мемориале состоялся органный концерт для детей. Произведение лучших мировых композиторов исполнил Владислав Муртазин, народный артист Республики Башкортостан. Программа оказалась красочной. Детский альбом Чайковского, фрагменты Щелкунчика и хоральные прелюдии Баха. Также Владислав представил публике творчество Мусоргского, цикл пьес «Картинки с выставки». Маэстро привез уникальный электронный орган. Единственный в России инструмент, который хранит в своей памяти тембры духовых органов разных эпох. Программу назвали «Музыка, которая изображает». То есть музыкальными красками, средствами органа. Органы — это очень такой многокрасочный инструмент. Не случайно его называют инструмент-оркестр. Вот будем рисовать всякие музыкальные картинки. Для полноты ощущений каждый концертный номер дополнялся видеорядом. Учителя заранее подготовили подопечных к культурному походу. Ребята из первой гимназии узнали об органе на одном из классных часов. Например, я как классный руководитель провела предварительную работу, потому что недаром считается, что это орган – это король всех инструментов. То есть вот мы вот этого концерта ожидаем что-то такого таинственного и загадочного. Владислав Муртазин еще не раз выступит на ульяновской сцене. Концерты состоятся в сентябре, ноябре, феврале и апреле. Орган нового поколения ульяновцы увидят не только в Ленинском мемориале. Вскоре ожидается тур по школам и домам культуры. Музыкант также планирует посетить Димитровград. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.